To make it all disappear. To make it all disappear. Это наш вид из окна. Приехали в Венецию. Да. Четвертый раз. Четвертый, не пятый? Да, четвертый. И прогуливаемся по нашим любимым улочкам. Да. Так, мило. Так красиво. Да, красиво. Мы когда сюда приедем? Тольятти играют. Смотри, ребенок сел так близко. Ага. Дети так любят близко подходить, да, слушать. Дошли до нашей любимой аптеки. Здесь я покупаю свои масла. Вот они, баночки. Тоже есть тебе мелочи? Тебе дали только что. Да? Поднимаемся на мост Риалто. Самый старый венецианский мост. До 19 века был единственным мостом через Гранд-канал. Сейчас покажем вам Гранд-канал. Маруся кушает дыньку. Сладкая дынька? Не сладко. Испания была. Хорошо. Вот он, Гранд-канал. Постоянная движуха. Ты сказал, что там можно пойти через магазинчики? Там можно туда? Да, не сказал. Можно пройти внутри моста, а можно снаружи полюбоваться на него. Но, кстати, очень часто был деревянным. Он то сгорал, то обрушался. Два раза, по-моему. Да. Его в итоге потом решили сделать каменным. Ну и стоит по сей день, радует туристов.
Гранд-канал. Анджелина Джоли тут снималась в Венеции. Вот так мост внутри выглядит. Ты ее еще не съешь. Ты меня плохо знаешь. Пришли в наш любимый ресторан, который называется Росса Помодоро. Скажи чего-нибудь об этом ресторане. Это сеть итальянских ресторанов. Их особенность в том, что у них дровяная печь, и они готовят настоящую неаполитанскую пиццу. Вон печь вина. Да. Не электрическая, как 90% ресторанов, а именно дровяная. Очень вкусно готовят. Вот, когда мы в Венеции, мы постоянно приходим. Даже учитывая то, что это сетевые рестораны, они следят за качеством, только отборным продуктом. Я буду ньокки. А я пиццу? Пицца. Здесь очень вкусный, настоящий лимонад. Принесли обед. Мы его уже доели практически. Купаются, да, купаются. Жарко им здесь. Душ 2 евро. Останутся где-то на берегу неба. А потом он так там. Помнишь это? Это я вставлю. Мария. Вот и спрятался день, вот и ветер сочит, забрав мечты тепло. Кто любовь сохранит, если сердце молчит, и значит все прошло. Вдаль унесенные ветром чувств. Голуби куда-то пропали в этом году. Почему я здесь? Голубчик. Вообще голубей нет.